Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». А у вас уже есть планы на грядущие выходные? Если нет, то ничего страшного. Давайте построим их вместе и прямо сейчас. Самарский художественный театр открывает 28-й театральный сезон и представляет новую постановку «Скупой» по бессмертной комедии Мольера. Из века в век это произведение привлекает зрителей сложным, запутанным сюжетом и необычными столкновениями героев. Но в новой постановке прозвучит и современная интонация. Люди бывают скупыми не только на деньги, но и на эмоции, слова и внимание даже к самым близким. Премьера состоится 16 сентября в 18:30. Не пропустите! Хотите наполнить эти выходные чем-то вдохновляющим и прекрасным? Тогда у меня для вас отличная новость. 17 сентября в ДК «Чайка» театр-студия «Ремарка» прочтет пьесу «Свадьба» любимого всеми театралами Антона Павловича Чехова. «Водевиль «Свадьба» — это язвительная сатира на обывательские нравы мещан до революционной России. Насладиться искрометным юмором и потрясающими афоризмами, актуальными во все времена, можно будет в субботу в 18:00. Вход свободный. Согреться в эти выходные и развлечься от души не помешает никому. А сделать это можно будет на празднике, посвященном началу осени. Он пройдет в Центральной городской детской библиотеке. 18 сентября в 11:00 на аэродромной 16А нас ждут игры, народные песни и ярмарка мастер-классов. Можно будет нарисовать осенний пейзаж, попробовать себя в плетении кружева или самостоятельно смастерить памятные сувениры или игрушки. Приходите всей семьей! Отличный способ отдохнуть – это попробовать сделать что-то новое и необычное своими руками. Возможность создать оригинальные переплеты для книг и фотоальбомов появится у участников мастер-класса от нулевой комнаты на Ленинградской, 77. Это приятный и расслабляющий процесс, позволяющий пофантазировать над формой, цветом и настроением вашей обложки. Организаторы советуют прихватить с собой все необходимые канцелярские принадлежности, которые могут вам понадобиться в процессе создания вашей работы. Мастер-класс пройдет 18 сентября в 16:00. По-моему, мы с вами отлично справились, ведь насыщенная культурная программа на выходные готова. Выбирайте то, что вам по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.